Мама, папа, если вы меня слышите, а если не слышите, все равно мама, папа. Тут такое дело, однако здравствуйте. О, предлагаю спуститься пониже. Что там дают? Пленка, да, здесь тоже пленка. Вон тут целая херня с пленкой. Там дальше есть какой-то проход. Давай сначала здесь глянем. Ну давай. Если там не тупик. А в принципе делать нечего, но здесь булочка хватит. Главное, никто не разрезал на металл. Да, ведь осталось. Самое что интересно. Да, это булочка. Здесь еще. Установки, фильтрующие воздух. Так, здесь у нас что? Здесь у нас просторный подвал. Непонятного назначения. Где товарищ? Надо его уже догонять. А я тут шастаю один. Прикольно. Ну-ка, посвети, что это такое? Фу, нахрен такое, мышь. Крыса. Кто-то что-то пилит. Но... таинственного дровосека не видно. Вот там чувак. Даже два. Не, они за забором. Что-то обсуждают там. Руками машут. Нет, идут. Но они куда-то туда вот идут. Хрен с ними. Потолок обвалился. Ну что, включаем женщину-кошку и проходим. Надеюсь, он до конца не обрушится нам на голову.
селфи с висюлькой. Опачки, ну-ка. Дикая куча пленок. Вот это точно либо киношка, либо спортзал. А это, что ты на это скажешь? Я не мешаю фотографировать там, нет? Я могу отойти. А ты не думал, что вот эти вот штуки, эти ворота могли рабочие построить? Чего? Там опять и чуваки? Или что там? Нет, ты... Где? Блин, я должен посмотреть, кто там пилит. Вон чувак стоит с бензопилой. Гомер Симпсон. Тут кинище разбросано. Чё тут? Слушай, здесь бункер какой-то. Реально, слышь? Зацени. Бункер. Ну. Тут, походу, много чего интересного можно. Это, по-моему, не бункер. А что это? Видишь, как будто типа арка такая. И там столы стоят. Ну да, можно туда сходить. Мы выбрались на крышу. Теперь надо посмотреть, что сюда видно. Ну, кроме самого здания. На территории чей-то огород, картошечка растет, дрова, опять же. Там у нас, опять же, наше фирменное море. И вон уже город видно. Такие пироги. Посмотреть, что вот в том крыле. Да-да, именно в этом моменте не хватает какой-нибудь музычки на заднем плане, но ее не будет. Слушай, отсюда прикольно выглядит этот кинотеатр.
Блин, везде тупики. Надо ниже уже идти. Я, короче, на видео сниму. Это тритон. Офигеть, он как рыба и как лягушка вместе. Толстый, как моя собака. Такие дела. Не, просто любопытно. А что это вообще за труба? Это не одна труба, и там две трубы. Нет, ну вот, короче, соседняя еще какая-то. Надо глянуть, может. Пойдем поднимемся. Фига малина растет, го жрать. Хорошее начало дня, когда тут малина, офигеть. Если кто-то думал, что тот недостройщик это единственный объект на сегодня, то вы ошибаетесь. Парам-пам-пам-пам. Не буду говорить, что это за тема, потому что и так все видно. Ты будешь фоткать? Я пока вниз спущусь. Да. Крутое масштабное место. Довольно-таки атмосферное. Сюда запускали воду, и вот оттуда заходили корабли на обслуживание, ремонт и прочие радости. Ну, судя по тому, что здесь растут высокие деревья, воду сюда не запускали очень давно. На эту штуку на стопой очень аккуратно она считается. Слушай, тут даже походу кое-что осталось. Веселые здесь деньки были. Каждый день брали. Кто найдет лестницу наверх, тому 100 очков. Тут у кого-то был грустный вечер, судя по каске. Нифига себе. Довольно-таки атмосферно. Вот, вот. Будешь фоткать или я тебе мешаю? Я так он зацени, доисторический вообще. Угу. Такой, наверное, еще дедушка Ленин носил, когда бегал с кудрявой головой. Будешь со вспышкой фигачить? Да. Посмотрим, что получится. Я пока пробегу. Там, походу, соседнее здание тоже заброшено. Белое. А я лестницу нашел.
вода. Опачки. Рубильники всякие. Ай, блин, вода с потолка. Ну, естественно, всю медяшку отсюда вынесли. Так, в соседний цех сходим попозже. А, немножко прервусь. Тут, походу, надо сделать перерывчик и подумать, что делать дальше. Там какие-то чуваки. Но они вроде по гражданке. Я бы не стал это проверять. Там мужик с девчонкой с какой-то. Девчонка не баба? Ну, как сказать. Она вроде с виду как и баба, и как девчонка. Хз. Вот это уже что-то крутое. Туда не высовывайся. А, ну ладно тогда. А, так слушай, это и есть белый цех, да, вот этот? Ну, вот, а вот то здание с железной крышей, вот это и есть белый цех. Похоже на то. Хо-хо. Ну все, будь добрее. Выше уже нельзя. Так. Какое хорошее видео без котейки. Кс-кс-кс-кс. Ну сделай что-нибудь, котейка. Ладно. Где? Туда пойдем или не будем? Маленький. Или сразу пойдем на ту сторону проверять, разведывать?
Я думаю, надо на ту сторону посходить. Угу. Да-да, сегодня будет много видяшек таких отдаляющихся. Небольшой флешбэк. На первой заброшке, на которой мы были, я упал с забора на острую херню и немножко проткнул себе грудак. Ты будешь снимать? Давай. Давай я посмотрю. Давай. Я тогда открою перекись водорода. Наверное, сейчас... Ай, будет больно каждый волосок. Фак. Что-то похоже там вообще что-то нехорошее. Нет, это пластырь просто красный. Но у тебя протекло. Ну протекло. Пластырь. А есть крышечка? А вот крышечка. Сейчас будет дико щипать, наверное. Берите всегда с собой вату. А, стерва, блин. Как ощущение? Херово, как будто, блин, опять насадился грудаком на эту херню. Ну что, давай следующий пластырь. Как хорошо, что есть аптечка с собой. Без ваты. Ну, хрен с ней, что ваты нет. Нет, в принципе, у меня еще есть водка, я тебе могу водкой отработать. Не-не-не. Но это будет больнее. Если видео смотрят дети, курить очень плохо. Такой типа спрятался. Вот давай, вилкой меня почикай. Как у тебя сложно достается нож, сначала разбирается вилка с ложкой. Иначе ты не достанешь. Где там все запенилось? Это же белое. Давай я подержу. Еще советский пластырь. Самое надежнее. Его не оторвешь зубами. Только с волосками. Да насчет волосков я заметил. Еще кусочек. А, болит, стерва. Как в компьютерной игре подлатали. А, по тебе ползет огромный паук, чувак, держи его. Косиножка. Косиножка. Не, синокоска он же называется. По-разному называют. Или сиконожка. Так, а куда я просрал крышечку? А вот она. Грубо говоря, я сохранился с этого места. Теперь можно еще раз умереть. Мы попали в еще одно заброшенное здание. И оно охраняется. Мы сейчас находимся в подвале. Здесь трубы, в которых до сих пор есть давление. Пойдем позырим, что там. Надо вести себя очень тихо.
лестница наверх. Где? Чебурашку не раздави. Третий и четвертый этажи заблокированы, чтобы всякие школьники не ходили по сгоревшему зданию. Поэтому мы на пятом этаже. Ой. Какая советская штука. Походу, когда отсюда уходили люди, они не успели собрать свои вещи. Как это зачастую было? Видимо, пожар во всем виноват. Честно говоря, крыша здесь не очень. Сгорело все. Все. Посмотреть на местные виды и при этом не провалиться на пятый этаж, а то и на четвертый. Плохо. Но к краю крыши я подходить не буду, потому что я чувствую, как под моими ногами довольно-таки мягко. И все. Пошли вниз. Пойдем. Да-да, вот тут мы сейчас были. Опачки, ну-ка. Дикая куча пленок. Вот это точно либо киношка, либо спортзал. А это, что ты на это скажешь? Я не мешаю фотографировать там, нет? Я могу отойти. А ты не думал, что вот эти вот штуки, эти ворота, могли рабочие построить? Чего? Там опять эти чуваки? Или что там? Нет, ты. Где? Блин, я должен посмотреть, кто там пилит. Да, видно. Вон чувак стоит с бензопилой. Гомер Симпсон.
Нифига тут кинище разбросано. Чё тут? Слушай, здесь бункер какой-то. Реально, слышь? Зацени. Бункер. Ну. Тут, походу, много чего интересного можно. Это, по-моему, не бункер. А что это? Видишь, как будто типа арка такая. И там столы стоят. Ну да, можно туда сходить. Мы выбрались на крышу. Теперь надо посмотреть, что сюда видно. Ну, кроме самого здания. На территории чей-то огород, картошечка растет, дрова, опять же. Там у нас, опять же, наше фирменное море. И вон уже город видно. Мама, папа, если вы меня слышите, а если не слышите, все равно мама, папа, тут такое дело, однако здравствуйте. Я нятер. О, предлагаю спуститься пониже. Что там дают? Пленка, да, здесь тоже пленка. Вон тут целая херня с пленкой. Там дальше есть какой-то проход. Давай сначала здесь глянем. Ну давай. Ну, если там не тупик. А в принципе делать нечего, но здесь булочка падает. Главное, никто не разрезал на металл. Да, ведь осталось. Самое интересное. Да, это булочка. Здесь еще. Установки, фильтрующие воздух. Так, здесь у нас что? Здесь у нас просторный подвал. Непонятного назначения. Где товарищ? Надо его уже догонять. А я тут шастаю один. Прикольно. Ну-ка, посвети, что это такое? Фу, нахрен такое, мышь. Крыса.
Кто-то что-то пилит. Но таинственного дровосека не видно. Вот там чувак. Даже два. Не, они за забором. Что-то обсуждают там. Руками машут. Нет, идут. Но они куда-то туда вот идут. Хрен с ними. Потолок обвалился. Ну что, включаем женщину-кошку и проходим. Надеюсь, он до конца не обрушится нам на голову. Селфи с висюлькой.